Итоги социально-экономического развития за 2021 год подвели в регионе. Область заняла 6-е место по темпам роста ввода жилья среди 17 регионов страны. По объему инвестиций Североказахстанская область на 8-м месте. Об основных показателях расскажет моя коллега. Объем строительства дорог и автомагистралей за прошлый год составил 27,3 миллиарда тенге. При возведении жилья освоено 48,6 миллиардов. За прошлый год в регионе введено жилых и нежилых зданий общей площадью более 350 тысяч квадратных метров. Наибольший процент по строительству жилья занимает областной центр. На него приходится 63,3% всех построек. С 2014 года в Северо-Казахстанской области активно проводится реализация жилищной программы «Нурлы жер». По данной программе за январь-декабрь 2021 года за счет бюджетных средств сданы в эксплуатацию 1366 квартир общей площадью 108 тысяч квадратных метров жилых домов. По объему инвестиций область заняла в республике 8-е место. Высокие темпы роста частных финансовых вливаний обеспечили два района – Тимирязевский и Шалакына, а также город Петропавловск. Приоритетными отраслями по освоению средств по-прежнему остаются сельское, лесное и рыбное хозяйство, что составляет 48,8%. В объеме инвестиций значительная доля приходится на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт – 63%. Работы по строительству и капитальному ремонту занимают 33%. Объем инвестиционных вложений малых предприятий в январе-декабре 2021 года составил 225,3 миллиарда тенге, или почти 68% от общего объема средних предприятий 22,5%. За прошлый год на 28% увеличилось и число инвестиционных вложений, направленных на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и их капитальный ремонт. Анастасия Дроняк, служба новостей.